27 июля в дежурную часть управления МВД России по Ангарску поступило сообщение о том, что в городскую детскую больницу номер 1 доставлен 3-летний мальчик в тяжелом состоянии. К месту жительства пострадавшего немедленно выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что ребенок выпал из окна 5-го этажа дома, расположенного в 95-м квартале. Мальчик играл на кухне, пока мама с бабушкой занимались домашними делами. Он залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна. Несколько часов медики боролись за жизнь ребенка, однако спасти его не удалось. Как сообщили в полиции, мальчик воспитывался в полной семье, внешне благополучной, не состоящей на учете у инспекторов ПДН. Правоохранительные органы призывают родителей не оставлять малышей без внимания даже на короткое время. За лето это уже третий ЧП.